Пока, ребят, пока, мне на восьмой. Всем хай, с вами Юджин и Йода. Сегодня у нас новая игра от Chillus Art, нашей любимой компании, которая разрабатывает все эти страшные хорроры. Хорроры, которые мы с вами за один выпуск проходим с кучей концовок, с кучей страшных моментов, непредсказуемые, безумные, оставляющие после себя прекрасное послевкусие, что тебя просто только что заставили обосраться. Давайте играть. Night Security называется. Ваше текущее сохранение было удалено. У меня не было никакого сохранения. Вот игра меня уже сразу на нервы. Сразу на нервы меня ставит. Потому что я что, играл? Я разве играл? Разве у меня что-то было? Я не помню. Может быть, в этом суть игры. Мы не помним, что с нами было. Итак, мы проснулись в детской какой-то игровой комнате, да? Ух, как все интересно. Мышка приятно двигается, но в то же время очень и очень быстро. Давай-ка мы это исправим. Чувствительность, вот, да. Вот так, на единичку самое то. Продолжить. Ой, как мы медленно идем. Че мы? Нам плохо. А почему такая графика странная? Нас мутят. Это мы где? Мы в Токио? Что это? Планшет? А, это еда. Мы смотрим, но мы ничего не делаем. Я не могу ничего делать, могу только выйти. Меня не хочется сейчас есть. Теперь вот сюда давайте посмотрим. Окей. Мне не хочется сейчас играть. Надо куда-то. Что это, странная комната какая-то? Кто все это застроил конструктором? Гигантский лего. Холодильник привлекает наше внимание. Рисунок. Мама, папа и я. Тортик! 7 лет. Окей, закрываем. Слышите? Я, кажется, слышал плач. Наша доченька. Мы не купили ей подарок на день рождения, да? А чё, торт не подарок, что ли? У нас тут только один не подарок. Это ты, маленькая избалованная девочка. Вот она лежит. Она просто лежит, мы не можем ничего с ней сделать. Чё-то как-то день не задался, да, походу у нас. Ладно, пойдемте отсюда тогда. А надо ли куда-то идти вообще? Стоп. Стоп, может быть, тортики едать? А чё так я медленно хожу? Смотрите, вот здесь еще что-то есть. А, ну это просто дверь. Я ничего не могу сделать. Погодите, у меня качество графики very low почему-то стоит. Какого фига? Ультру хочу. Все прям по максимуму. Это какого фига? Вот, кажется, так нормально стало. По крайней мере, как будто я стал быстрее двигаться и плавнее все. Смотрите, еще календарь. Сегодня день рождения у Чилы. Чила ее зовут? В честь своей студии они назвали. Хорошо, 23 число. Мы теперь точно знаем, что у нее осенний день рождения. Это значит, что, наверное, теперь-то мы можем взять торт. Нет, мы не можем взять торт. Так, погодите, мы же еще не во всех комнатах были. А вот здесь наша жена спит. Получается, мне не спится, да? Опа, смотрите, вот теперь что-то начинается. Какой шумный дождь. Окей, мы добежали до машины. У нас же... нам же на работу надо, да. В отличие от всех остальных людей, мне приходится работать ночью. Я не такой, как все. Мы пришли на работу. 22 октября, охранник 35. Я 35-й охранник по счету. И либо мне 35 лет. Что ж, куда мне? Сюда, видимо. Ой, как же хочется бегать. Вот. А что это за учреждение такое? Какой-то огромный офисный центр, да? Бизнес-центр. Заходим. Вот тут и начнутся наши приключения. Опа, я видел. Я видел, женщина была. Комната наблюдения по правую сторону. Нужно проверить мои задачи. Ну... я видел женщину там. Моя задача как охранника в первую очередь устранить нарушителя.
Устранить, я имею в виду, конечно же, применить табельное оружие. Ох, музыка. Стрелка часов указывает на 12. Угу, угу. А вот список моих дел. Проверить пожарные сигнализации в задних частях комнат и запереть двери. Выключить свет в уборных. Если люди все еще не ушли, отправить их домой. Вот, да, сейчас отправим. И я утратил связь с Кейго Очиги, который в прошлом был охранником этого здания. Он, наверное, уволился. Отныне я буду полагаться на тебя. Видимо, в этой компании действует правило, запрещающее любую сверхурочную работу после полуночи. Проверь часы, камеры наблюдения и список задач, прежде чем делать обход. С наилучшими пожеланиями, менеджер Ямамото. Спасибо, менеджер. Ой, реально очень приятно, когда вот так вот с заботы пишут. Похоже на то, что некоторые работники до сих пор не ушли. А теперь я должен сделать обход и запереть двери, начиная с первого этажа. Интересно, тут будет все как типа в Five Nights at Freddy's, когда нужно каждую ночь приходить сюда и решать какие-то задачи. Так, и нам нужно еще выключить свет во всех уборных, да, окей. Стрелка часов указывает на 12. А с камерами, как мне сверить? Ну ладно, не суть. Пойдемте отсюда. Пора начать запирать двери повсюду. Это что такое? Что такое? Опа, здрасте. У меня есть фонарик? Да, у меня есть какой-то фонарик. Что-то похоже. Похоже на фонарик. Некоторые шумы начинают у меня уже рисовать в воображении что-то ужасное. Опа. Сэр! Сэр, сэр, вам пора домой. Вам пора. А, вы новый охранник. Время уже поджимает, да? Думаю, завтра я займу своих подчиненных оставшейся работой. До встречи. Давай, все, пока. Вали. Проваливай. Не в мою смену ты будешь работать сверхурочно. Не дай бог, я увижу тебя перерабатывающим. Нет. У человека должен быть выходной. У человека должно быть свободное время. Я за это топлю. В первую очередь я... А, это ладно, это он. Я устроился только ради этого. Хорошо, запираем все двери. А, вот. Я не закончил патрулирование. Хорошо, давайте закончим все-таки патрулирование. Была женщина, я ее прекрасно видел. Опа, фонарик у меня есть. Хорошо, в туалете нет никого. Мы должны запереть? Нет, не можем запереть. Кто здесь? А, ну здесь он был, тот чувак. Разве я не закончил патрулирование? Опа! Кто? Так, здесь никого нету, хорошо. Опа, я еще здесь не был с этой стороны. Погодите! Окей. Я сейчас на первом этаже. Мне, получается, нужно пройти все этажи. Давайте, лифт наверх. Сначала нужно запереть ком. Да господи! Ба! Перестать. Да в смысле я не закончил патрулирование? Я все закончил. Слушайте, кто-то ходит, открывает двери. Давайте посмотрим на часы, во-первых. Так, стрелка на 12 все еще указывает. Похоже на то, что некоторые работники до сих пор не ушли. А теперь я должен сделать обход и запереть двери, начиная с первого этажа. Погодите. Какие-то работники все-таки еще не ушли. Может быть, на камерах я увижу все-таки, что кого-то нету. Или кого-то есть. Никого нету по камерам, судя. А вот это что такое? Это кнопочка? Вот еще какая-то кнопочка. А, это кнопочка. Никаких аномалий. Что? Аномалии? Вот! Теперь закрывается. А, нужно было проверить, нет ли каких-либо аномалий. Что за... Что за учреждение? Тут исследуют аномалии? Зачем я устроился именно сюда работать? Ну-ка. Хорошо. Вот, еще кнопка. Никаких аномалий. Да,
Заметили, что каждый раз, когда я открываю или закрываю двери, какие-то звуки странные, неприятные раздаются. Все. Отлично. Теперь мы можем спокойно пойти на следующий этаж, судя по всему. Я очень на это надеюсь. Пожалуйста. Сначала нужно запереть комнаты. Вы что, издеваетесь? Какие? А, стоп, там же было написано еще свет в уборных выключить. Выключил. И здесь тоже выключил. Боже мой, вот так сложно это все запомнить, что нужно делать. Почему люди сами не выключают за собой свет? Или почему не сделать здесь свет, который автоматически бы работал? Мне кажется, это гораздо удобнее. Все, мы можем ехать. А сколько всего этажей? 2, 3. Вообще в здании было много этажей, когда я смотрел с улицы. Ну, может быть, наша компания арендует там парочку, я надеюсь. Что? Здесь 11. Ладно, нажимаем на двойку. Не люблю лифты. Особенно в ужастиках. Окей, мы здесь. Второй этаж. Так, кто еще здесь работает, когда уже время пойти к семье отдыхать, наслаждаться жизнью? Так, здесь никого нет. Свет выключить. Кто здесь? Кто тут? Никаких аномалий. Я вижу. Вон стоит. Боже мой, жутко. Никаких аномалий. Ну, конечно. Аномалии бы очень хотели, чтобы мы не знали о том, что они есть. Поэтому они такие, никаких, не, все нормально, Евгений. Так, все. Вот. Это ты была женщина? Что такое? Ах, ты, наверное... А ты крутой. Давай обменяемся контактами. Такого не бывало еще со мной никогда, но... Я не смогу уйти, пока не получу твои контакты. Вот это любовь у нее. Ко мне, да. Обещаю, ты не пожалеешь, сердечко. Хе-хе, лучше не игнорируй меня. До свидания. Так я дал ей контакты. Я дал тебе контакты, Лид, как понять? Наверное, я дал. А куда ты пошла? Лифт-то... Она по пожарной лестнице, что ли, пошла? Походу. Так, и никаких ли аномалий нету? Вот это была только что аномалия. Обычно женщины так не реагируют на меня. Но нет никаких аномалий, потому что я красавчик. Я красавчик, и у меня есть природный магнетизм, которого не отнять. Я думаю, все его чувствуете вы. Эти вообще не работают кнопки. Так, и что-то еще, да? Что-то еще. Свет. Бо! Что? Кто? Что тебе надо? О, охрана? Можете, пожалуйста, оставить свет включенным? Я его выключу позже. Я так не думаю. Открывай и выходи отсюда. Все! Закончилась работа. Ладно, он попросил. Пойдем дальше. Музыка была такая, как будто бы мы выполнили задание. Заданию. Давайте, этаж номер 3. Или же мы через все 10 этажей, или 11 точнее, пройдем. И в самом 11 этаже, самый 11 из всех 11, там меня будет ждать самая какая-нибудь стрёмная вещь. Возможно, тут все будет в одной ночи. Одной ночью все будет решаться. Так. Так, никого нету, свет выключен. Да почему выключили свет? Разве я не просил его оставить? А... Погодите, в смысле? В смысле? Мы же на 3-м этаже! Ты просили на 2-м! Я на 3-м! Что за... Туалет-телепортер. Он телепортировал ее. Ладно, это аномалия с ней происходит. Я здесь ни при чем. У каждого свои аномалии, понятно? Ладно, здесь что? Жутковато. Жутковато! Никаких аномалий. Ты бы в сортире посмотрела кнопочек. Уж там-то... Стоп. Документ примечательный. 100 пудов важно. Телек вообще-то. Да, покажи мне какую-нибудь стрёмную штуку. Опа. Кто-то там что-то печатает. Особо не видно.
Так, шаги. Тебе бы лучше закончить это до завтра. На что ты уставился? Неразборчиво, говорит. До этого было очень разборчиво. Эй, ты меня слушаешь? Ой. Кому это? Кому он это сказал? Все, можно закрывать эту дверь. Эту дверь мы, по-моему, не закрыли еще. Лучше идти по порядку. Не надо выходить из другой двери. Лучше выходить из той, в которую мы входили. Блин, я не могу пройти здесь. Не зря тут так парты. Что за парты? Это что, школа? Никаких аномалий. Окей, закрываем и пофигу. Не наше дело разбираться, что это такое. Наше дело просто охранять. И закрывать. Это то же самое. Опа! Все, идем выше. Четвертый этаж. Ба! Что это? Неприятно как-то. Четвертый этаж. Я так думаю, что охранником я бы точно никогда не смог быть. Ну, не только потому, что... Опа, неприятно. Кто балуется с копиром, а? Кто балуется с копиром? Ну, потому что я бы не смог быть, потому что вот такие жести, если ты на ночь остаешь... А, стоп! Женщина. На ночь остаешься в таком месте. У меня фантазия слишком бурная. О, ну. Давайте пойдем с этой стороны. О, кладовка какая-то. Кто-то выбил дверь, снял ее с петель. Что это за... Это очень странно. Это, видимо, архив. Никаких аномалий! Никаких не было аномалий только что. Вот. Какого? Кто-то разбил. И что он забрал? Что-то важное. Окей, пожалуйста! Закрываем. Почему мой персонаж не орет? Ладно, мы за него это будем делать. Это первый мой рабочий день? Наверное, мой первый рабочий день. А, люминесцентная лампа мигает. Нужно ее заменить. Это не моя задача. Ну ладно, видимо, нужно как раз-таки в кладовку зайти. Да, вот. Получена люминесцентная лампа. Надо еще где-то получить стремянку. Может быть, я так дотянусь? Кто за... Опа, просто так стоит и непринужденно дышит. Ладно, пойдемте ворвемся именем закона. А какой закон? Я всего лишь охранник. Но у меня есть амбиции, понятно? Так понимаю, как нас теперь напугает эта штука? Она уже появилась так вот прям, взяла и появилась. О, человек! Здоров. Ты что тут сидишь? Это опять вы. Мой босс хочет, чтобы я закончил работу к утру. Но это просто невозможно. Никогда не думал, что быть работающим взрослым так сложно. Они даже сказали мне освободиться вовремя. До полуночи. Должно быть, они просто шутят надо мной. Вы единственный, кто знает, как я стараюсь и перерабатываю каждый день. И когда я вас вижу, у меня поднимается настроение. Потому что это значит, что я могу идти домой. Ну, видимо, я пойду. Увидимся завтра. Иди! Вот.
То, что ты работаешь, мешает работать мне. Так, нет аномалий. Никаких. Ноль. Как он... Вы видели, как он головой дернул стрёмно? Давайте пойдем вот здесь. Сначала закроем дверь. Надо дверь закрыть. А, мы здесь везде выключили свет, да, уже? По-моему, да. Пойдемте выше. Это не было... Это что? Что это было? Окей, этаж номер 5. Да, судя по всему, до 11 этажа нас будет просто по-всякому, по-всякому. И в хвост, и в хвост, и в гриву. Этаж номер 5. Копир работ... Ой. На этом этаже довольно темно. Нужно проверить электрощитовую. Это где? Вот здесь, наверное, да? Окей. О, отсутствует предохранитель. Это любимый предмет всех игр. Им всегда отсутствует. Либо он поврежден, и нужно найти новый. Сначала нужно включить свет. Так, предохранитель-то отсутствует. О, боже мой. Вот это что такое? Какой-то рубильник. Рычаг не двигается с места. Похоже на то, что здесь нет питания. Нужно найти причину. Предохранитель, вот в чем причина. Но сначала нужно включить свет, чтобы понять, есть ли аномалии здесь. Какая большая комната. Запер. Черт! Очень большая комната. Кто закрыл дверь? Я не закрывал. Ладно. Видимо, нам туда... Где красный зловещий свет? Или в туалет? Тук-тук-тук. Клак-клак-клак. Вот здесь. Стопудово будет здесь предохранитель. Блин. Нету. Нет! Нет! Ну это уже совсем... Это нереально. И сейчас мы такие просто приходим, а там хранятся предохранители. Это, ну, такая планировка помещения. Погодите, куда идти? Вот тут прям видно, что красное, а вот здесь как-то темновато. Я не пойду, я пойду по красному. Так, здесь... Нет, сюда. Чё за Silent Hill начинается? Пойдем. Стоп! Можно завернуть. Но тут темно и опасно, а здесь светло и красно. Ну, теперь просто темно и опасно. И больше вариантов нет. Ладно, пойдем. Окей. А, мы это уже видели, кажется. Вот и что-то новенькое. Куда-то пришли. Лампочка. Опа, предохранитель получен. Сейчас я повернусь и будет. Разработчики хорроров уже прошарены. Не знаю, что люди привыкли, что всегда кто-то есть сзади. Теперь нам нужно просто вернуться. Просто нормально вернуться. И без понятия, как это сделать. Я видел! Она смотрела на меня отсюда! А, почему такие штуки непринужденные, когда случайно глаз падает? Они больше всего меня пугают. Отлично, мы пришли! Боже мой, закрыть дверь! Все, она там осталась. Как тихо. Как, блин, тихо! Скорее.
Предохранитель установлен. А, блин, черт. Ты кто? Ты хочешь тоже мои контакты? Вот ты где. Свет все еще не загорелся, так что не мог бы ты дернуть 4 автоматических выключателя? Я? Я ухожу. Или Тана говорит. Я ухожу. Удачной работы. А, я... Это она. Это все она говорит. Я вообще ничего не говорю. Уходи. Я пойду дергать рычаги. Рычаг дернут. Вон там еще один, но потом. С ним потом. Их 4. Вот еще один. О, как хорошо. Нельзя как-то их симметрично, не знаю, расположить. Третий. И вот здесь был четвертый. Четвертый, да. Четвертый. Куда? А, вот они. Свет включился. Та девушка уже должна была уйти. Надо убедиться в этом, в комнате наблюдения. В смысле, надо вернуться вниз? Так. Никаких аномалий, друзья мои. Прекрасно. Очевидно, эти устройства не работают, которые ищут аномалии. Потому что где я только что был, а теперь там нет даже двери. Откуда я, собственно, взял предохранитель тогда? Вот вопрос в чем. Здесь еще какая-то комната. А! Что? Типа комната дублируется? Опа, неожиданно. А теперь у нас есть интерфейс, мы можем управлять камерами. Так, что это за коридоры? Где это? Все один и тот же коридор. 1000 камер в одном и том же коридоре. Твой парень работает охранником, да? Ага. Он вполне хорошо выглядит, так что я приобрел... но... Разве не встречался с ней раньше? Ага, все знают, но за исключением... Да господи, то есть так фактически заполучил его силой. Какой ужасный способ сказать это. Ну, в целом я покорил его своим телом. Серьезно? В любом случае, он мне не ровнее. Я более очаровательный, так что это было неизбежно, да? Ты настоящая дьяволица. Пользуется большим вниманием. Что случилось? Что? А, нет! Упала подруга! И та просто уехала? А я просто стою и смотрю? Это третий этаж, кстати говоря. О, оно бежит за ней. Я всего лишь охранник, мое дело наблюдать. Кровушка. А та женщина, которая упала? Пятый этаж. А, все. Вот эти камеры не работают. А, это разные этажи, господи. Первый, второй, третий. Всего 6 этажей. Мы на 5-м, мы на 6-м даже еще и не были. Окей, escape, escape. И пойдемте разбираться. Что? Опа, еще один телек, погодите. Сначала посмотреть футаж. Ага, кто-то решил ручки помыть, молодец. Нам так повезло. Верно, благодаря мы можем освободиться пораньше. И она берет на себя полную ответственность. Но что если уволиться? Что ж, это было бы весьма проблематично. Если она это сделает, я могу в конечном итоге и обидеться на нее. Ха-ха, ты права. Речь идет о какой-то работнице, да? Которая, видимо, пользуется, на которой ездят. Тот момент попал на камеры наблюдения в подобном месте. Я не могу поверить, что она... Я увольняюсь с этой работы. Кейга Очинги. Она? Что? А? Здесь она лежит. Не лежит! А, или мы на каком этаже это смотрели? Я даже не обратил внимания. Окей. Все, мы выключаем. О, нет! О, нет. Все. Прекрасно. Это мои следы? Это просто заперто. Все. Все окей. Да, звук же был. Это не могли быть мои следы. Я же не босиком там ходил. Видимо, сейчас мы идем на 6-й этаж. Что, упало? Вы видели? Автомат упал сзади меня.
О, боже мой! Слушай, ну эта деремина сама себя не уберет. И не стой просто так со шваброй. Работай. Что с тобой? Это все кровь, кстати говоря, да. Очень много. Это вот здесь девушка, да, получается, она упала. И вот что с ней произошло. Она превратилась в красную лужу. О, боже мой. При этом музыка такая меня расслабляет. Так, какая-то дичь происходит. Никаких аномалий! Ну, конечно же! Вы что, видите здесь что-то аномальное? Музыка прекратилась, кстати. Только больной, сумасшедший на голову человек не видит, увидит здесь аномалии. Вот дверь закрылась сама. Ну, разве это аномалия? Хотя у этого есть объяснение. Это может быть... Стул! Это может быть уборщица. А ты что закрываешь двери, когда я не вышел еще отсюда? Заперла? Ой, блин. Так. Я в ловушке. А! Господи, она смотрит все время на меня. Ты чего? А, здесь мы уже были. Пожалуйста, перестань это делать. Займись работой. А, здесь был звук, был звук. Я пошел. Такая она высокая. Пожалуйста, быстро, быстро, быстро заходим. Пока. Седьмой? Че это было? Что ладошки вспотели от нее. О, боже мой! Отсутствует несколько кнопок. Нужно их найти, и они должны быть где-то неподалеку. То есть, типа, а может быть мне просто вниз спуститься? На хренушки. О, кто такой? Что? Это у него кукольное лицо. Так, здесь что явно произошло, какое-то преступление. Ты бед... А! Черт. Да ты говно. Ну ты говно, конечно. Смотрите, забраться наверх. Давайте заберемся. А, мы сейчас будем над потолком? Окей. Опа, кнопочка есть одна. Все, все. Кажется, все, спускаемся. Спуститься вниз, да, прямо сейчас. Пойдемте вот сюда. Теперь, наверное, здесь посмотрим. Забраться наверх. Почему бы и нет? Так, ладно. Я был готов, что что-нибудь такое здесь будет, поэтому я сильно не испугался. Спасибо, дружище. Кнопку мы забрали. Сколько еще их нужно? Нужно все найти? Смотрите. Плакат. Вы компания по производству этих уродливых кукол? Я все пытаюсь понять, что за компания, на которой я работаю. Сэр, слезь, пожалуйста. Ладно, я на тебя залезу. Он на меня, кстати, смотрел. Он высматривал меня. Так, еще одна кнопочка. Нормально, так и нашел бы эту кнопочку. Я сел ему на лицо. Понимаю его возбуждение. Спуститься сейчас. Погодите, он прям следит за мной. Да он же живой! Окей, мы нашли три кнопки. А надо сколько? По-моему, надо четыре, да? Так, кто-нибудь написал кнопочку? Нет. Ну, здесь, конечно же, ничего не работает. Ладно, идем к лифту.
Ну, вот такой этаж. Такой тоже бывает. Ну вы что, издеваетесь? Еще одна кнопка должна быть где-то. Где же я ее упустил? Ну-ка, пойдемте обратно. Вот! Кнопочка. Валим отсюда, с этого гребаного этажа. Камера наблюдения вообще не смотрела же на этот этаж. Значит, он не входит в мои полномочия. Черт, все, пока, ребят, мне на восьмой. Чтоб тебя... Ай, Гигош, гнай. Разорви мою задницу, пожалуйста. Это ужас какой-то. Ой, ну я, конечно же, подниму, чтобы попить. Надо смазать. Так, но этот этаж гораздо приятней, чем предыдущий. Так, ну что? Я не виновата, что не смогла ничего сделать. Потому что они мертвы. Все исчезают из-за них. Я не сделала ничего плохого. Это все их вина. Пожалуйста, боже мой, побойся бога. Не надо. Где мой свет? Господи. Что там было? Я не увидел. Мне нет слов. Я ухожу. Все. Блин, да чтоб тебя... Какая огромная ладонь. Кто это все делает? Это те куклы? Мне нравится моя самоотверженность. Я все равно продолжаю заниматься своей работой. Ладно, пойдемте вот сюда теперь. Здесь все окей, кажется. Я уверен, что здесь ну, просто никаких аномалий, да? Никаких аномалий. Это, знаете, все равно, что игра бы пыталась такая говорить каждый раз. Ничего страшного. Ничего страшного нет. Ничего страшного. Окей, вот здесь еще у нас, да? Опа, вот здесь надо закрыть дверь. Нафиг надо. Никаких аномалий. Какой у меня фонарик мерзкий, такой плохо светящий. Закрывайся. Есть! Какой милый этаж! Какой милый восьмой этаж! Ха-ха. Он пощадил нас на самом деле. Черт, так не хочется умирать! Вот этаж полная днина, конечно. О, тут кровушка. Я что, стал выше? Кнопки выше висели раньше. Я стал взрослым, пока ехал на этот этаж. Вот, он закрылся просто. Окей. Задача у нас простая. Нужно сделать обход этажа. Проверить, нет ли аномалий. И просто выключить свет и закрыть двери. Все, больше ничего не надо делать. Ну и обосраться. Вот так. Все хорошо. Ой, перестань шуметь мне. Окей, что у нас здесь? Труп. Я не удивлюсь, если скажут, никаких аномалий. Что? Что за звук? О. Это ты? А, ты что, уснул, что ли? Близко. О! Вот дерьмо, я уснул, уже так поздно. Что с тобой? Ты продолжаешь приходить снова и снова. Стоишь там каждый раз, как я просыпаюсь. Ты все это время был здесь? Ладно, как бы то ни было, ты не знаешь, где мой босс.
Он уже ушел? Этот чертов харассер сказал, что не уйдет сам, пока не уйдут все остальные. Я тоже ухожу. Погоди. Только я вижу, что здесь все ужасно. Что здесь просто не вкладываются деньги явно. Да кто этот звук издает? Да пошло ты! О, стул крутится. Да кто этот звук издает? Перестань! Нет аномалий никаких! Перестань крутиться! Пожалуйста. Пожалуйста. Не надо. Ты можешь этого не делать. Ты не обязана меня пугать. А где звук? Похоже, кнопки вызова лифта на этом этаже не работают. Я поднимусь наверх через аварийный... Пожалуйста. Заперто! И что я... Что-то... Я же все закрыл! Но ведь ничего больше... Твою мать. Где же ключ? Интересно, я мог закрыть ключ в одной из этих комнат? И таким образом как бы себе сделать гейм-овер. Так, здесь подглядеть можно? К сожалению, нет. К сожалению, черт! День не задался с самого начала. Я знал, что не смогу подглядеть. О, погодите, а вот эта штука, что это так стоит, а? Ну как? Давайте еще один раз обход сделаем. А, вот, вижу, вижу. Здесь есть проход таинственный, которого быть не должно. Я, естественно, пойду. Там наверняка ключи хранятся. Все ключи. Блин. Мне приходится смотреть еще немножечко вниз все время, потому что... А, что? Что это? Что это? Что это значит? Бо... Что это за... Все меняется, все перестроилось. Опа, спасибо за ключ. Получен ключ от аварийного... Мне тут еще перестраивать будете все. Господи. Господи. Пожалуйста, мне надо пройти, сэр, миссис. Что ты от меня хочешь? Она добрая. Нет, не думаю, что она добрая. Ну, по крайней мере, сейчас она не хочет меня убить. Она ждет, она хочет мне что-то показать, открыть мне истину. Каким-то фигом я почему-то должен это знать. Зачем? Так, это, ладно, наверх, нам нужно выше. Работать все-таки. На этаж десятый, да? Десятый этаж, кстати говоря. Класс. Воу. Но здесь точно никаких аномалий нет.
Без сомнения. Никаких. Это угар. Окей. Давайте закроем. А это мой только первый рабочий день, да? Мне еще работать и работать. Я хочу накопить себе на машину новую. Знаете ли. Поэтому буду пахать. Выбора нет. Наша служба и опасна, и трудна. Никаких аномалий, главное, нету на нашей службе. Это самое главное. Это то, что успокаивает меня. То, что заставляет мои ноги каждое утро идти. Не тащить меня на работу. Коллектив приятный. Ничего не скажешь. Босс, просто умница. Просто душка. Черт, я уже пугаюсь своего воображения. А там реально ничего не было, но я как будто бы увидел. Мой мозг нарисовал мне что-то из этих узоров. Вот этих вот на стенах, этих ржавых, вонючих, обоссанных. Стоп, можно закрыть? Закрыть, а это мы не закрыли. Идиот. А, нет, закрыл. Умница. А, и звук же был. Че, я не слушаю звуки? Идиот. Где лифт? Быстро открой! Быстро открой! Мне здесь неприятно. А, ну он был же до ниже, понятно, все. Ух! 11 этаж! Последний. Наверняка будет еще 12 этаж какой-нибудь супер потайной. Что? Что? Нет! О, нет! Блин! Кто? Какого дьявола ударился обо что-то? Мы падаем! Где стоп? Стоп, стоп, аварийный стоп! Что это? А вот и этаж 12, он внизу находится. Да что за сатанизм? Я... Блин, я не знаю японский, я не смогу это прочитать. Ну, может, кто-то из вас может? Там просто оскорбления написаны всякие. Алтарь. С телеком. Так, это перемотка назад? Ничего страшного. О, все больше символов. Такая была перемотка назад, знаете, как будто... Как в мультике «Тайна третьей планеты». Этот момент, там, где они смотрели запись с перемоткой назад, это было почему-то очень тревожно для меня, когда я смотрел в детстве. Это какой этаж? Я так понимаю, здесь мы тоже выполним свои обязанности, да? А, все, мы здесь уже не проверим аномалии, тут ничего не работает. А жалко, потому что мне кажется, что здесь их нет. Я думаю, здесь нет аномалий. Никаких. Опа, сейф! Понятия не имею, как открыть. Не хватает кабеля. Ничего не показывает. По телеку ничего не показывают. Полный отстой. Давайте посмотрим здесь. Окей, ага. Тут нет выключателя. Все. Я думаю, что нам уже и не нужно, да, делать все вот это вот. Нам нужно только найти кабель. А вот здесь. Здесь нету. И тут нету. Тут-то нету. Мы тут осмотрели. Мы тут-то все посмотрели, но тут-то нет-то. Кнопка не работает. Ну, конечно.
А, нифига. Нифига. Так, заходим обратно. Где-то кабель должен быть. Опа, погодите, шкафчик. Что-то это смешно больше. Не знаю почему. Окей. Так, вот и кабель. Ура, показывай. Ничего, в смысле? Кассета нужна, да, какая-то, походу? Сэр, у вас кассеты нету, случайно? Нет. Когда ж ты хочешь, чтобы я пошел? Ага, вот какая-то штука на стене есть. Получена окровавленная крышка. Думаю, получится отмыть эти пятна. Эти пятна? 0963. Эти... Какие пятна? О каких пятнах-то речь идет? Пятна... Тут? Окей, мы здесь просто крутим. Но и пятен я никаких не видел, если честно. Смотрите, можно теперь раковину в ванной заюзать. Что я сделал? А-а-а! Все, крышка отмылась от крови. На ней нарисованы две линии. Пойдемте теперь обратно ее поставим, получается. Там как раз таки будет код от сейфа. А! Итак, что? 90, 0, 30, 60. Маленькая стоит на 90, большая на 60. Окей, это ясно. Так, маленькая на 90 и большая на 60. Есть! Кассета! Ну давайте смотреть, ничего не пок... Да, естественно. А теперь давайте смотреть. Окей, картинка есть. Картинки нет. Картинка есть. О боже мой. О боже мой. Да что это такое? Господи, ожидания создают. Это мужской туалет. Ну, это призрак женщины, вряд ли она будет в мужском туалете. А это что за место? Это лента. По-моему, на этом этаже не было ленты желтой. Опа! Блин, какой-то аналоговый хоррор. Я люблю. Я больше не могу здесь оставаться. Нужно выбираться отсюда. В смысле, тебе только что в любви признались. Это самая приятная часть всей этой эпопеи, что с тобой происходит. Мы не можем отсюда выйти. Дядя исчез. Вместе со шкафом? Пожалуйста, забей! Нет! Нет, нет, нет! Что со мной произошло? Я сдох и чекпоинт? Так, хорошо, хорошо. Все. Все, 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 все. Мы здесь не... Нет! Ты же меня любишь! Ты сказала, что ты любишь меня! А, ну, видимо, она настолько меня любит, что хочет убить ее. Хочет меня грохнуть. Куда? Сюда! Найс! Кас...
Черт, не в ту сторону я побежал. О, звук мерзкий, она круто меня проглатывает. Что? Опа, все, меня убили. Конец. Это конец? Все? Какая-то перемотка назад, всю мою игру показывают. Смотрите, вот, мотается, мотается, и мы сейчас куда-то возвращаемся обратно. В машину. «22 октября, Кейго Очиги, 35. Это снова мы. Как будто бы все заново начинается, да? То есть время отмоталось назад, и цикл повторяется. Концовка 1. О-о-о! Боже мой. А есть ли другие концовки? В смысле, они есть? Как их получить? Благо, нам не пришлось перепроходить всю игру заново. Мы загрузили здесь. А я посмотрел, что нужно делать для следующей концовки. Надо открыть дверь, встретить нашу подругу. Оп, сюда. Так. И здесь вот есть код. 1, 0, 2, 3. Отлично. И бежим к лифту. Все, уходим. Уходим, я сказал. Там было куча кодов, которые нужно перепробовать, я так понимаю, все. И поэтому я решил подсмотреть, чтобы долго не возиться с этим. Тут важна уже именно сама концовка. Так, мы проснулись. Больничная койка. И чё? Где я? Я закрыл все двери в офисе. Я выключил весь свет в туалете. Это мои родные. Доченька, прости, я пропустил твой день рождения. Они рады или они... Она поплакала только что, они рады... Оп! Нет! Нет! Сзади! Я ее не знаю, но она меня любит. Концовка номер 2. Она всегда будет меня преследовать. Вот теперь конец. Вот, все, в этой игре всего две концовки получается только. Это было очень круто, мне очень понравилось. Во-первых, она гораздо короче, чем предыдущие игры Chilly's Art, это тоже прикольно. И все это время мне было очень жутко, эти моменты были страшные, которые ну, реально хорошо работали. Лучше эта игра Chilly's Art, непонятно, потому что мне все игры понравились у них, абсолютно все. Но, наверное, была самая из самых таких нудных, наверное, игра, это которая... Где школьницы шел до дома. Можете посмотреть вот здесь это видео. И вообще, в принципе, все Chilly's Art будут доступны вот в этом плейлисте. Огромное спасибо всем, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилась эта игра. И надеюсь, что понравилось это видео. Надеюсь, вам понравилось кушать, пока вы смотрели меня. Если у вас эти дни рождения, ребят, поздравляю вас. Вот у всех, у кого сейчас день рождения. Просто часто вижу в комментариях, что вы это пишете. В общем, все, концовка уже видоса. Все, всем пока!